Всем привет! И сегодня я вас порадую очередной готовой работой, которая просто называется «Санта». Эта работа вышита по журналу Christmas Ornaments 2002 года выпуска. Вот одна страничка у меня была из этого журнала, и такая интереснейшая, я зачитала сверху рецепт, классный, снизу схемка, справа комментарии по схеме, в общем, все супер было в этом журнале. Мне интересно скачать именно этот журнал, будет поискать и посмотреть, что там есть еще. Эта эра была, так сказать, золотой в вышивальных и не только журналах, поэтому вообще в печатных всяких масс-медиа, поэтому очень интересно почитать детальнее. Вот такой вот получился Санта. Цветов около 10. Да нет, наверное, тут 8 цветов, я как всегда не подготовилась к видео. Два из них это пушистые белые нитки Whisper и золотистые Rainbow Gallery. Очень круто ложится металлик от Rainbow Gallery, не чита DMC-шному, кто работал, тот знает. В общем, Rainbow Gallery классные нитки, также пришивные элементы, пуговицы и колокольчик. Решили мы этот проект в SP шить. Всеми материалами меня обеспечила моя подруга. Спасибо ей большое за такой классный, интереснейший сюжет, так как это все же дебют, это мой первый такой примитив. Я как-то не любитель была примитивов, но сейчас что-то поменялось, и вот этот примитив у меня появился. Вообще, эта картина для меня символична, но об этом чуть позже. Также я успела ее сразу же и оформить, хотя зарекалась, что никогда не буду сама самостоятельно оформлять вышивки. Но все же, вы видите, она оформлена, я натянула ее, как-никак натянула, и даже довольно своей натяжкой. Может быть, ребята, вы видите здесь неровности, но так как канва в разводы, в принципе, они не бросаются в глаза, и я их не вижу, может быть, просто не хочу видеть, я не буду здесь спорить. Вот в такую рамку оделся Санта от Mill Hill, расписанную вручную, очень красивая, действительно, эта рамка очень красивая, и, наверное, я однажды приобрету такую же рамку для другого уже какого-то сюжета. Мне кажется, что я ее просто идеально оформила, учитывая, я помню те свои попытки оформлений, как у меня получалось, то мне кажется, что это супер оформление. Конечно, через пару лет я, наверное, буду смеяться, но пока мне нравится. Эта картина для меня более чем символична, потому что девиз этой картины «Все в твоих руках», да, или «Каждый человек кузнец своего счастья». Посмотрите на этого Санту, да, если судить по ткани, то именно на самой ткани погодка таки не очень, вот такая слякоть, грязь, но да, уже мы на самой раме видим, что уже снег и елочки в снегу стоят, то есть Санта все же надеялся на лучшее и дождался ночью снега, и праздничная ночь оказалась волшебной и атмосферной, но изначально это все было не так. Даже елки по какой-то причине не было, да, но Санта не отчаялся, он поставил елку, какая у него была, такая худенькая, стройненькая, поставил ее на свою повозку и повез туда, где праздник, да. Ну, например, не будем уже говорить об обещаниях похудеть, да, Санта не очень у нас стройный, но это не мешает ему резвиться, он одел свой праздничный яркий костюм. И ничего не портит его и не омрачает его настроение и праздничной атмосферы. Когда я буду смотреть на эту работу в будущем, я всегда буду вспоминать об этом и думать о позитиве, потому что его никогда не бывает много. Вот такая вот работка вышилась у меня. Пишите, что думаете об этой работе, я буду рада вашим комментариям и лайкам. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан и смотрит без подписки, мне будет очень приятно. Всем спасибо, до скорых встреч, пока!